Завершая соревнования мужчин в короткой программе, двукратный олимпийский чемпион из Японии. And now please welcome the final skater and skating representing Japan, Yuzuru. Yuzuru, Hanyu, Japan. Yuzuru, Hanyu, Japan.
The scores, please. Yuzuru, Hanyu. За короткую программу получает 110,53 балла. Это был лучший результат сезона. Yuzuru, Hanyu выигрывает короткую программу мужчин. The short program score for Yuzuru Hanyu of Japan is 110.53. This is his new season best. He is in the first place of the short program. Завершили соревнования в короткой программе мужчин и девочников. Объявляется перерыв для подготовки льда. После перерыва вы увидите соревнования в танцах на льду.